Пока нас судили, в апелляционном суде Приморский суд снова заминировали. В 9 утра в милицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в административном здании на Балковской заложена взрывчатка. Никакой взрывчатки, конечно, не было, но на всякий случай милиционеры на полтора часа остановили работу суда, сотрудников эвакуировали, а здание обыскали. Это еще полчаса. Желательно подождать, чтобы еще раз не приходить. Вы считаете, это может быть настоящим заминированием? Думаю, что нет. Это сейчас просто уже, видимо, такое, везде идет политика. Если что-то нужно переставить или переделать, появляются минувщики. Ну, чтобы обезопасить людей, конечно, это нужно перепроверить.